Приветствую, друзья! Сегодня вечером 20 часов. Как обычно, регулярные. У нас два раза в месяц проходит бесплатный ликбез. Пожалуйста, записывайтесь на YouTube-канале. Будет сброшен для вас Zoom. И мы на этом ликбезе я вам дам новый прием против стресса, который помогает быстро переходить из стресса в состояние безмятежности, а из состояния безмятежности в состояние потока, чтобы решать нерешаемые ранее вопросы. Какой-то волнующий вопрос приготовьте себе и завтра на ликбезе задайте. Или подумайте о нем. Я даже не буду спрашивать, потому что метод ключ позволяет сегодня в интернете любому человеку, хоть в другом конце города или страны, или мира, дать приемы конкретные, снимать стресс и переводить энергию напряжения стресса для решения ранее нерешаемых вопросов. Я повторяю это, чтобы вы поняли, как это важно, потому что никогда раньше, до нашей школы «Человек будущего Homo Futurus», такого в мире не было. А завтра будет. И вот я вам еще хочу сказать, завтра будет еще микрообсуждение. Вы мне подскажете жениху тому, который для невесты, помните, была девушка, потом стал юноша, потом стал вот такой жених для нее. Ну, вы ее вспомните, да? И мы завтра, по вашим советам в комментах, может быть, усы пригладим, может быть, бороду крепче сделаем, может быть, глаза или зубы. Но вы же все творцы, подскажете. А завтра я вам скажу кое-что такое. Ну, хорошо, без всякой интриги. Короче говоря, полезно. Приходите, все получите. Потому что сегодня со стольких городов мира мне звонят, пишут. Покажите приемы, дайте антистрессовую подготовку, повысить иммунитет, повысить стрессоустойчивость. Я их все приглашаю. Кто пишет, давайте. Кто сейчас увидит это, передавайте друг другу, делитесь со своими друзьями, группами, родственниками. И подростков приглашайте. Им очень трудно сегодня по жизни. Приглашайте подростков, чтобы больше и больше было подростков. Я им покажу прием этот, чтобы они могли лучше сдавать экзамены, быстрее тренироваться, лучше готовиться к соревнованиям, лучше высыпаться и за более короткое время восстанавливаться. Ну, давайте, привет, друзья. Итак, завтра у нас ликбез. 20 часов. Ой, завтра, уже сегодня ликбез. Да, друзья, до встречи.